Юрий Гальцев и Геннадий Ветров. Юрик, ты там, нет? Юрик. Ну, Юрик, я слышу, что ты там. Юрик, ты там? Юрик, ты там? Ответь. Ты мне ответь, ты там и все. Юрик, ты там? Юрик, ты там? Ответь и все, просто ответь. Ты там? И ничего больше не надо, ты там? Юрик, я тебя прошу. Ты же меня знаешь. Ответь, что ты там и что? Ну, ответь. Ну, скажи, я там. Ну, ответь, я там, Юрик. Я там. О, я там. Что сразу не отвечал? Люся. Ну, что сразу не отвечал? Люсь, я это... Ну? Люсь. Ну? Я тут застрял. Да. В лифте. Знаешь, кому рассказывай? А почему я здесь, а ты там? Я не застрял, а ты застрял. Потому что дверь заклинила, я застрял, Люсь. Ой, ой, ой. Смешной ты, Юрик. Люся! Но? Я застрял, по правде застрял. Угу. Ты во сколько из дома вышел? Во сколько из дома вышел? В два. В два ночи. В два утра, Люсь. В два утра. Зачем выходил? Это мусор выносить, Люсь. Ведро с собой? Ведро, говорю, с собой? Люсь, но. Ты знаешь, я это просто... У нас такое позорное ведро. Ага. Я его просто выкинул вместе с мусором. Люсь, сейчас Новый год, купим новое. Надо все Новый год, Люсь, понимаешь? Освобождаться. Ты будешь покупать ведро? Я говорю, ты будешь покупать ведро? Люсь. Что, Люсь? У мамы моей возьмем, у нее два. У кого? У моей мамы. Деревни. Я говорю, ты что там делаешь? Последний раз тебе сказал. Люсь, я ничего не делаю, застрял. На 15-й ездил. Лет 15-й ездил. Никуда не успел, Люся, как пошел, так и застрял. Люся, ты ты застрял нашу любовь с тобой, наши отношения. Что? Ничего. Люся. Дверь открой. Нас люди могут слышать. Веди себя прилично. Люся, ну соседи интеллигентные люди. Дверь открой, говорю. Люся, я не могу, я застрял, Люся. Как я тебя... Люсенька, я здесь... Ты же меня знаешь. Люся, Ты же меня знаешь. Открой дверь. Подпишись. Люся, я здесь... Открой дверь! Я здесь... Люся, я здесь в состоянии застревания. Что делать будем? Я говорю, на 15-й ездил? Нет, нет, Люсь, никуда не успел. А! Ой! Люся! Так все-таки есть! Нет, нет, Люся, я хотел просто съездить, проверить, ездит ли лифт, понимаешь? Но. До 15-го, ну, никто ты сама сказала, Люсь, а подожди, Люся! Никто не засревает! Люсь, ты сама сказала! Никто! В Новый год! Никто не засревает! Только ты можешь засрять! Люся! С ведром, который выкинул, ты кому вешаешь сама вокруг? Сказала! Открою, бью, сразу! Ты сказала, в Новый год хорошо бы куда-нибудь съездить. Я решил съездить на 15-й и назад. Почему без меня? Я думаю, маршрут проверю, если тебе понравится, я тебе в Новый год тебе... Почему без меня поехать? Разбудил бы, поехали бы вместе. А я не хотел тебя будить, Люся. Чего не хотел? Почему? Ну, думаю, разбужу, себе же хуже. Правильно говоришь. Люсенька, Люсенька. С тобой женщина там, нет? Я говорю, с тобой женщина? Да ты что, я слышу, что там женщина. Я клянусь, я здесь один. На каком этаже произошло застревание лифта? О, я же слышу, там женщина. Люся. Ну, ты еще что-то говоришь? Открой немедленно. Это по работе, женщина. Открой немедленно, по какой работе? Верните меня на первый этаж. Я тебе сказал, открой, я слышал это. На каком этаже, спрашиваю? Где там в первых этажах застряла? Конкретнее. Между первым, вторым и первым где-то. Конкретнее. Не знаю.
Мужчина, ты меня знаешь, открой дверь. Смена заканчивается. Открой двери, я тебе последний раз ты говорю, что? Ты там женщина. Подожди, открой. Люся. Открой двери, Люся, прошу. У них я тебя прошу, открой двери. Я здесь буду сидеть здесь старый Новый год. Люсенька, ты? Я? Люся, Люсь, как я тебя люблю, Люся. Люся, как я тебя люблю, Люся. Больше ничего не хочешь мне сказать? Хочу, Люся. Что? Со старым тебя Новым годом. Люся. Жду ровно через полчаса. Где? На ужине праздничном. Thank you.